это для выкопления. И тут вопрос, чья воля чего перемелет. А теперь я позволю себе напомнить, как брутально нам подавалась воля Его Величества в начале поколения, когда он говорил, вы хотели декоммунизацию, мы сейчас вам покажем декоммунизацию. Ох, мы сейчас. И я помню Петя сообщение перед трех дней. Вы говорили, что воюете с российской армией, но вот российская армия явилась. Через 12 часов будет жить. Я знаю, как они звонили в ресторан на Верховной Раде, как они звонили в ресторан, заказывали места. Я тебе пришел вызвать. Прямо да. Они звонили, ставьте борща нам, вспомнили. Надо заказать, да. 31-я отдельная десантно-штурмовая бригада будет. 1500 у нас будет, они говорили. Там девки целуют лица, и тогда вот это все было массово. Как они кичились всем этим и так далее. А чем закончилось? Они уже посол в России, США, замминистра, говорит, вы знаете, мы... Говорит о капитуляции. А в Белгородской области, когда уже о том, что ну, пора бы как бы окоп уже вырыли, пора бы уже готовиться к эвакуации, потому что как бы. Ты смотрел «Игру престолов»? Я вообще частично только. Там была такая забавная история. Там была такая семья, которая звалась Тартер. Такие за златовласые со львом, который привели. Я только за девушками наблюдал, такие беляночки. Да-да. Ну вот они, у них был гимн, как это, гимн, который звучал следующим образом. Ну, я тебе его расскажу сейчас в стихах, а история была такая, что молодой этот Тайм, он 18-летний пацан, приехал, только у него отец Роман умер, он заступил на должность, и все окрестные роды хотели поживиться его владением. Потому что слабый пацан, он не справится, и обычно, да, сейчас его заломаем. И один очень борзый вор, причем дальний родственник, из Костомера, он приехал и начал грабить его.